Некоторые проекты я понимаю, то, что мне нужно подождать. Например, как «Бандана 2». То есть сейчас мы не можем ее выпустить, потому что на музыкальном рынке в России происходят, ну, какие-то вообще там сумасшедшие движухи. Там. А на сколько процентов она готова? У нас почти все треки есть, там, мне кажется, еще 3 трека дописать. Но да, тут проблема была в том, что сначала Кизару сел, вот, и как бы... И мы чисто физически не могли. Но я был готов уже выпускать именно «Бандану», как, ну, как бы брать куплеты с его треков сольных, дописывать туда, как-то миксовать все, диджей-тейпить, короче. Но я уже начал сольный релиз писать. Говорю: «Олег, давай типа сольным сейчас материалом займемся и потом к «Бандане» вернем».